А вот смотрите, ей танк американский, а вот идут немецкие солдаты. У них белый флаг, то есть они показывают, что они сдаются. Этот вообще, видите, раненый. И вот танк просто едет мимо них. Ну, сдаются и сдаются. Пусть сами идут ножками. Это тоже конец апреля. Там 29 апреля. Немцы со своими женами, детьми и чемоданами. Смотрите, какие чемоданчики такие симпатичные. Не рваные сумки, как у нас. В общем, приличные люди, приличные пальтишки. Идут они в сторону Британии. Они боятся советских солдат, и они идут в сторону Англии. Хотя они бомбили Англию очень сильно, но Англия – цивилизованная страна. Вот немцы сдаются Британии. Видите, они даже веселые, что они не попадают в советские лагеря. Это они в Дании находятся. Вот немецкие военные сдаются датским солдатам. А это американцы сказали немцам лечь на землю. А вот строем немцы идут сдаваться в американскую тюрьму. Ну, конечно, все они выживут, все они будут получать медицинскую помощь, всех будут кормить, все вернутся домой. Кстати, видите, крыши целые, красивые. Рамы красивые. У вас до сих пор таких крыш нету. Скажите, вы показываете центральную улицу. Почему вы показываете центральную улицу?